Всем привет, друзья! Выехали на рыбалку на речку на Дарьём. Вот решил вам показать, кто служил, работал на свинарниках. Что от них остались, как от бычка, рожки до ножки. Одни руины. Немножечко стен. Вы говорите, больно, обидно 95-ю площадку видеть. Там хоть что-то еще есть. А здесь уже совсем ничего нет. Разве что немного стен. Это вот аэропорт. Это вот стены свинарника, где иногда местные, говорят, собирают где-то здесь и грибы. Грибные места. Кто старожилы. Съездили на рыбалку на Сырдарью, поймали немного сазанчика, прозрачный, офигенский, золотой. Не зря сырдаринский, самый вкусный сазан, кто, если помните, ловили. Сладкий, вкусный. Так что осталось, ребята, голая степь. Немножечко здания. Это вот слева аэропорт. Вот еще кусочек свинарников. Впереди город виднеется. Это у нас вот на аэропорт. Поближе я немножечко приблизил камеру. Это же вот остатки роскоши. Все, друзья, до следующих видео.